Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это видеокурс, посвященный редактору Brackets. Итак, сегодня я решил записать видеоурок про горячие клавиши для редактора Brackets. Я сделал небольшой файл для вас. Он будет в описании под видео. Вы сможете его скачать и пользоваться им в любое время. И, конечно же, со временем постепенно вы будете запоминать все сочетания горячих клавиш и использовать их наизусть. Очень важно запоминать горячие клавиши. Старайтесь сразу себя приучать к этому, потому что в дальнейшем вам будет намного удобнее, если вы будете ими пользоваться. Данный файл я подготовил на базе Bootstrap 4, но об этом мы поговорим в других видеокурсах. Вы же сможете скачать данный проект. Если вам интересно, можете ознакомиться со структурой, там всего несколько файлов. Открываете индекс HTML файл, и вы видите вот такую вот картину. Здесь все сочетания горячих клавиш в удобном для вас виде. Я специально это для вас сделал, чтобы вам было удобно, поэтому пользуйтесь и запоминайте горячие клавиши. Также я приложу изображение под видео. Это то же самое, просто в виде картинки, в зависимости от того, как вам удобно пользоваться. Так что скачивайте, используйте и запоминайте горячие клавиши. Спасибо вам за внимание, друзья, и до новых встреч! Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видеоуроках.